Российские фигуристки провели тренировку коротких программ на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Камила Валиева без ошибок исполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа. И Камила абсолютно заслуженно идет представлять нашу сборную в короткой программе командного турнира. Что касается Анны Щербаковой, то ее прогон под музыку был не совсем удачным. Она ошиблась на приземлении с лутца на каскаде с Ридбергером. С другой стороны, Анна стремительно набирает форму и стабильно штампует и четверной флип, и четверной лутц, и каскады с ним. Это может означать, что чемпионка мира будет заходить на 3 квада в произвольной программе, а не на 1, как ранее в этом сезоне. Александра Трусова прыгнула тройной тулуп, тройной лутц, тройной флип, но ошиблась на тройном акселе. Коснулась льда двумя руками. Отставание России от США в 2 очка. Много или мало? Изучаем расклады и анализируем шансы на победу. Ранним утром по московскому времени в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Участвуют здесь всего 10 команд, поэтому соревнования в каждом виде пролетали очень быстро. На данный момент завершились короткие программы у мужчин, парников и танцоров. Марк Кондратюк заработал максимальные очки, которые мы могли от него здесь ожидать, 8 очков, уступив лишь чистым прокатам Нейтана Чена и Шомы Уна. Кондратюк чисто откатал короткую программу, исполнив четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов, тройной тулуп, в бонусной зоне. Да, в прокате Марка были небольшие помарки, присутствовала некоторая нервозность. Но самое важное, что спортсмен устоял, ни на чем не потерял баллы и полностью оправдал возложенные на него ожидания. В танцах на льду, к сожалению, Синицына и Кацалапов подарили 1 балл Хабил и Данохью из-за собственной ошибки, которую судьи не могли не заметить. В контексте соперничества команд России и США, это сразу 2 очка отставания, потому что вперед пропустили мы именно американцев. Если бы наши оказались выше, было бы плюс 1 очко в нашу пользу и минус 1 очко у США. В спортивных парах наши чемпионы мира и Европы Мишина и Галямов сделали все от себя зависящее. Нигде ничего не потеряли, даже все непрыжковые были исполнены на 4-й уровень, но до победы этого не хватило. Хозяева Олимпиады и одни из главных фаворитов Пекина 2022 Вэнь Цзинсу и Цун Хань опередили наших на 0,19 балла за счет второй оценки. Конечно, обидно, что не получилось взять 10 очков и сократить отрыв от команды США, но ничего не поделаешь, судьи сделали свой выбор. Не повезло нашим в парах еще и потому, что американская пара Книрим и Фрейзер превзошли сами себя и оказались аж на 3-м месте, следом за китайцами и россиянами. Если бы мы прогнозировали места по результатам сезона, американцы вполне могли уступить как минимум японской паре. А в командном турнире, как вы понимаете, каждое очко на вес золота. Впереди у нас еще короткие программы у женщин и произвольные программы во всех 4 видах, куда пройдет только 5 сильнейших команд. Остаются ли у нас шансы на золото или положение дел сильно ухудшилось? Результаты первого дня соревнований ясно дали понять, что никакого халявного золота быть не может. И итоговое место будет зависеть от вклада каждого участника. Никаких нелепых замен в танцах на льду на Дэвис и Смолкина, как многие боятся, быть не может. Даже замена у парников под большим-большим вопросом. У женщин от России в КП выступит Камила Валиева, что уже подтвердил капитан нашей команды Никита Кацалапов на пресс-конференции по итогам первого дня. Если тройной аксель даст сбой, Камила может проиграть только японке, и то далеко не факт, может все равно оказаться выше. Получить менее 9 очков Камила точно не сможет, но все мы от нее ждем только максимальный результат. За команду США должна выступить Мэрайа Белл или Карен Чен. Алиса Лю только 4 февраля должна была вылететь в Пекин, и в командном турнире ее участие не планируется. Белл и Чен не могут похвастаться высоким уровнем катания, у обеих есть проблемы с каскадом 3-3, Чен частенько не докручивает прыжки. Однако проигрывать им здесь тоже особо некому. Впереди могут быть только Камила Валиева и Каори Сакамото и Вакаба Хикучи. Теоретически подвинуть американку может Анастасия Губанова, чей бест сезона немного превосходит Белл и Чен. Однако судьи могут Настю и придержать в оценках, а американку отсудить более лояльно. Фигуристке из США надо дать серьезный повод, чтобы оказаться ниже. Мэдлин Скизас при определенном раскладе тоже может лишить 1 очка команду США, но шансов на это, будем откровенны, немного. Скорее всего, после короткой программы женщин Россия получит 10 очков, а США 8.
Таким образом, наши команды сравняют счет и не более того. В худшем случае мы будем отставать на 1 балл. Так что произвольные программы придется начинать с чистого листа. А это значит, что снова очень многое будет зависеть от проката Марка Кондратюка. Сегодня он выстоял и все сделал, послезавтра 6 февраля ему предстоит повторить свой подвиг и удержаться хотя бы на третьем месте, чтобы принести 8 очков. В произвольную программу попадут 5 лучших команд, на текущий момент можно точно сказать, что отберутся команды США, России и Японии. Китайцы скорее всего тоже. И Канада, Италия, Грузия, в зависимости от выступления девушек в короткой программе. Для мужской одиночки лучше бы, конечно, чтобы отобрались китайцы и канадцы. Романа Садовского и Баяна Цзини Марку, пожалуй, будет проще обойти, нежели Даниэля Грасли и Мориса Квитилашвили. Но мужская одиночка слишком уж непредсказуемая, так что загадывать здесь крайне сложно. Если Марк сделает все свое, должен занимать как минимум третье место, 8 очков. В парах многое будет зависеть от того, кого выставят в произвольную программу китайцы. Если они сделают замену на более слабую пару Пэнг и Джин, чтобы поберечь лидеров, нам будет чуть проще. Но пока, по информации Татьяны Флади, Су и Хань планируют катать и произвольную программу. Мишина и Галямов с высокой вероятностью должны добыть 10 очков, здесь они технически превосходят всех участников, и одними компонентами китайцы эту разницу не превзойдут. Что касается замены, делать ее, пожалуй, будет рискованно. Поэтому действующих чемпионов мира и Европы никто менять не будет. В танцах команда США анонсировала замену на Чок и Бейтс. А Никита Кацалапов подтвердил, что они с Викой выступят в произвольном танце. Конечно, хотелось бы надеяться, что здесь все пройдет максимально гладко и Синицына и Кацалапов покажут свой максимум, но на самом деле 10 очков нам здесь ой как не гарантированы. Если исходить из баллов в текущем сезоне, то Чок и Бейтс вполне могут нас обойти. Например, на этапе в Сочи Вика с Никитой набрали 124,91, а Чок и Бейтс на этапе в США получили 125,68. Однако на последнем чемпионате Европы в Таллине Синицына и Кацалапов набрали 130 баллов за произвольный танец. Так что будем верить и надеяться, что здесь 10 очков будет за нами, потому что иначе ситуация может оказаться очень критичной. Что касается девочек, любая из наших фигуристок принесет 10 очков, поэтому здесь целесообразнее сделать замену. Если рассуждать с точки зрения надежности, у кого больше шансы не уступить никому из соперников, логичнее расставить девочек так: Камила больше, чем Аня, больше, чем Саша. На последнем чемпионате Европы все наши спортсменки набрали более 159 баллов. Иностранкам без ультраси столько не получить при любом желании. В целом же борьба предстоит очень напряженная. Если все наши фигуристы справятся с поставленной задачей, шансы на победу по-прежнему сохраняются. Но спокойного и комфортного запаса по очкам не будет ни у кого, так что битва нервов предстоит нешуточная. Возможный расклад по очкам в произвольной программе, который очень хотелось бы видеть и которого должно хватить для победы. Наверняка сборная США мечтает о золоте не меньше наших, так что расслабляться не будет никто. Будет интересно, обязательно не пропустите оставшуюся часть командного турнира. Развязка будет 6 и 7 февраля. Болеем за наших и шлем всем лучи добра, поддержки и позитива.